поем. А теперь краса девица. Мы стали что? Да, так случилось опять. Так случилось, она стала лисичкой рыжей. Разноразненькая. Вы все экспериментируете со своими этими. Как вам не жалко? Это же не краска. Не краска, что это? Хнас-басп. А, хнас-басп. Переборщила, да? Ты? Ну, хнай, переборщила. Переборщила. Ну ладно, ты попела песню, я тебя подожду. Какая прелесть. Александр Валерьевич готов. Я даже и то поиграл вчера. Александр Валерьевич готов к уроку. Все сделал. А Диана? Это вот на концерт, который мы должны были петь. Да. С ней же тоже надо работать. Концерт-то ответственный. А когда концерт? Полный зал народу будет. Какого числа? В апреле. Это, кажется, времени много. Нет. Уже скоро учебный год закончится. Все, елку убрали, Новый год закончился, все, скоро лето. У меня так лето-зима. Но еще не убрали. А весна. Ну все, старый Новый год же у нас прошел. Да. Все. Тихо-тихо-тихо, там микрофончик сторожу. Ты ее вообще не пела? Она же на слуху. Не пела. Так, все отменяется. Тогда над чем работаем? С чем вы пришли на урок? С пустыми. Ну тогда мы вас что, отправим сейчас домой или что? Наверное. Вы просто пришли поздороваться? Расписание поставить. А, расписание поставить? А что вы ставите? Вторник, четверг? Идите сюда, девушка. Александр Борисович сейчас сыграет вам мелодию. Вы будете по памяти петь. У вас будет урок музыкальной памяти. Понятно? Будьте добры, Александр Борисович. Первый период. Сейчас микрофон свалится. Диаду, диада, диада, диаду, дуади, диады, диадо, диада, диаду. Все что угодно. Диада, диадо, диади. Поем. Очень хорошо. Не надо, не вот, видишь, как никогда не нужно, чтобы тебя это выбивало из колеи. Еще разочек сама. Два, три, раз. Диаду, диади, диади. Вот этого хода не... Диади. Да, пожалуйста, вот они, шаги ваши. Диаду, диади. Там повтор? А, поняла, а я уже каденцию спела. Все, пойдем еще разочек. И... Диаду, да, ди, да, хороший шаг вниз. Да, еще разочек. И... Диаду, сама? Ди,
Не-не-не, фальшиво. Начинаю с верхней вниз. Угу. Еще разочек. А что? Может на слова попроще будет? Нет. Нет, не надо на слова. Пэм-пэм. Диадон. Ну, почему такое напевание? Почему-то... И сразу дай звука-то хорошего. Угу. Два, три. Диадон. Изначально вот... Вот это вот аискал. Mm-hmm. Сейчас слова могут разбить пространство вот это, которое на легато очень хорошо, когда ты на фонемах поешь. У тебя старты иногда только. Чем меньше стартов согласных, тем лучше. Для начала, для разучивания. Понимаешь, да? Не ди-ду-да-да-да-ду. А диадау можно прям больше можно пропеть гласно. Еще разочек и побыстрее чуть-чуть. Угу. То же самое сейчас поешь, а потом уже со словами. Так не делаю. Драгоценное время и на уроки мы тратим на то, чтобы учить мелодию. Ты поняла, как дома поработать? Попой, пожалуйста, на ду, на до с фонемами. Потом ты всю песню пропоешь на трели. Достаточно для того, чтобы ты не передавливала себя, а удерживала трели, спела на трели. И хорошо по интонации, да, добавляя динамики, усиливая работу опоры, все, пожалуйста, дыши реже.
дыши реже. Ты поняла? Так, это задание надо. А больше ты ничего не принесла. Караул. Во вторник она принесет. Так, все. Сыграйте, сыграйте. Та-та-та-та-та-та.